Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, вы на канале «Фокусы от моряка», и я снова рад вас всех приветствовать. В сегодняшнем видео я покажу вам замечательный карточный фокус, который повторит абсолютно любой человек с первого раза, как только узнает секрет, это прям 100%. Секрет, конечно же, я вам расскажу. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что мой родной братец завел себе канал на Ютубе и пилит там видосики со страшными историями. Эти истории заставляют изрядно пощекотать ваши нервишки. Поэтому, если вы любите крипоту, то прямо сейчас переходите на его канал, который называется «Парк ужаса». Ссылочку я оставлю в описании. И подписывайтесь, конечно же. Если вы не любите такие истории, то просто переходите и подписывайтесь. Поможем парню набрать первую 1000 подписчиков. Итак, канал «Парк ужаса» моего родного братца, ссылка в описании, а мы начинаем. Итак, возьмем обычную колоду карт, друзья мои, и потасуем самыми разными способами. Как хотим, абсолютно в произвольном порядочке потасуем. И, конечно же, давайте мы ее подснимем, чтобы исключить любое шулерское вмешательство с моей стороны. Теперь, уважаемый зритель, возьмите данную колоду и выберите из нее любые 9 карт. Ну, к примеру, зритель берет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эта колода нам пока что не нужна. Давайте посмотрим, да. Действительно ли 9 карт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт. Отлично. Отлично, друзья. Теперь, уважаемый мой зритель, возьмите абсолютно любую карту, какая вам больше всего нравится, и, конечно же, запомните ее. Мне не показывайте. Ну, к примеру, зритель берет вот эту карту. Он берет эту карту, запоминает ее. И давайте мы ее куда-нибудь уберем, вот так вот, в середину колоды. Конечно же, потасуем ее различными такими способами, чтобы все у нас получилось. Чтобы мы, как говорится, не прогорели. Колоду надо уважить, друзья. Это самое важное правило работы с колодой. Колоду надо уважать. Теперь, друзья, мы проделаем следующую операцию. Для того, чтобы колода сама подсказала, что за карты. Да, сегодня я не в настроении находить это какими-то ловкими движениями. Колода сама мне подскажет, что делать. Но для этого мне необходимо создать 4 стопочки. Я в каждой стопочке буду вести отсчет карт от 10 до 1. Если счет и номер карты, которая выпадает, совпадают, то я перехожу к следующей стопке. Если вы сейчас ничего не поняли, не беда. Сейчас я буду демонстрировать, и вы все сразу же поймете. Хочу сказать, что все картинки, валеты, дамы и короли, это десятки. Итак, давайте начнем. Поехали. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тузы, кстати, это единицы. Видите, во время счета ничего не совпало, поэтому эту стопку мы закрываем и переходим к следующей, ко второй. Поехали. 10. Все, как я говорил, все картинки, дамы, валеты, короли, это 10. Поэтому эта стопочка остается открытой и едем дальше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ничего не совпало, эту стопку мы закрыли. Переходим к последней, к четвертой. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Видите, на цифру, на счет 5 выпала пятерочка. Значит, эту стопочку мы оставляем. Итак, у нас получилось 4 стопки. Колода явно намекает мне: моряк, черт возьми, мальчик мой, возьми 15 карт, 10 плюс 5, 15, и ты найдешь карту зрителя, это же, мать твою, очень легко. Ну что ж, давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 карта. Уважаемый зритель, что была за карта? Это была десятка Буби, говорит зритель. Мы переворачиваем эту карту, ну и, конечно же, это десятка Буби. Колода карт никогда не обманывает, если ее уважать. Итак, друзья, вот такой вот простой и очень эффектный карточный трюк, к обучению которому мы тотчас же переходим. Но если вы до сих пор не подписаны на канал Моряка, ай-яй-яй, друзья, это нельзя так оставлять. Обязательно переходите по ссылочке ниже, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии и помогайте в продвижении этого видео. Ну а мы, конечно же, переходим к обучению.
Итак, друзья, добро пожаловать в обучение этому замечательному фокусу. По традиции скажу, что для показа трюка я использую обалденные карты Bicycle 1885. Это, мать их, очень удачные картишки от компании Bicycle. Я прям очень их полюбил, можно сказать, с первого взгляда. Поэтому, если вам нравятся такие карты, их можно купить в моем магазине карт моряка. Ссылку на эти карты я оставлю в описании видео также. Кроме того, вы можете присоединиться к нашим группам в социальных сетях, все ссылки также в описании. Также переходите, подписывайтесь на мой инстаграм, если вам интересно, как я живу. Ну и, конечно же, становитесь спонсорами канала, дабы получать доступ к закрытым эксклюзивным видосам. Ссылки все также в описании. Итак, друзья, начинаем. Во-первых, берем колоду, 54 карты и 2 джокера убираем. Джокеры здесь не нужны, карт надо 52. Убрали джокеров, берем колоду, мешаем как хотим, никаких подготовок здесь не нужно, это очень круто. Помешали как захотели, конечно же подсняли. Берем 9 карт, зритель берет любые 9 карт, какие хочет. Ну, к примеру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт он взял. Да, с любого места абсолютно любые карты он берет. Даем ему, конечно же, на выбор запомнить любую карту. Ну, к примеру, он вытягивает вот эту, да. Пока он ее запоминает, да, он запоминает, и это у него карта 4 крести. Пока он ее запоминает, мы смотрим, в какое место в колоде мы ее воткнем. К примеру, когда он нам ее возвращает, мы ее втыкаем, допустим, вот сюда. И я вижу, что сверху лежит 1, 2, 3, 4 карты, то есть его карта 5 сверху. Я делаю ее первой сверху, поэтому тасую 4 карты. 1, 2, 3, 4 и сбросил. Вот 5 карта его наверху. После чего мне необходимо ее перевести вниз. Я ее беру и на нее просто натасовываю оставшиеся карты. И вот она внизу. Все эти манипуляции очень просты, и я их подробно разжевываю в моей школе для новичка. Если вы еще школу для новичка не проходили, заходите на мой канал, найдите плейлист «Школа новичка», и там все пройдете. Далее, можно потасовать немножечко карты, удерживая эту карту внизу. Да? То есть я вот так вот ее тасую, удерживая внизу. После чего мне необходимо вывести ее наверх. Поэтому я тасую, 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 пока у меня в руках не останется одна карта эта. И я кладу ее наверх. Все. То есть в итоге карта зрителя становится верхней. Мы накрываем колодой и объясняем зрителю принцип. Ну, принцип, собственно, я вам уже рассказал. 4 стопки, начинаем считать. Если счет и номер карты совпадают, переходим к следующей стопке. Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ничего не совпало, стопку закрыли. Дальше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ничего не совпало, стопку закрыли. Дальше. 10, совпало, десятка, да. Дальше переходим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не совпало, стопку закрыли. Итого получается, что мне надо взять 10 карт, подсказывает колода. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 карта, это 4 крестик, карта нашего зрителя. Вот такой вот простой трюк.